Это я сделала укладку, накрасилась и поехала такая красивая. Куда? Правильно, в гараж. Очень часто мне прилетают подобные вопросы. И что интересно, всегда от мужчин. Вот ни одна девушка ни разу за всю мою историю в гонках не спросила, не поинтересовалась, без какого-то намека не сказала, что мне вроде пора уже детей, и когда там замуж, и когда дети. Но почему-то мужчин, видимо, это очень сильно волнует, когда я уже уйду в декрет и займусь условно женскими делами. Вот почему девушек мое увлечение и мой образ жизни вдохновляет, а мужчин некоторых, да, не всех, это очень важно, и, видимо, раздражает. Вот, мужчины, объясните мне, зачем вам эта информация? Почему вам это так интересно? Я вот не понимаю. Коля меня забрал из гаража. Я там уже собралась погибать, так что очень вовремя приехал и какой-то тоже... Почему лица на твоем лице нет? День даже сесть некуда, да?